Так, дорогие друзья, на самокате он у нас был, на этот котик, на велосипеде, ну пора бы ему уже дать машинку, и как вы догадались, я Тору сюда поставил, чтобы подогнать к нему вот эти ручки. Будет не совсем просто, потому что ручка у него коротковатая, а животина здоровая. Поэтому трудно это. Как бы сделать? Так более-менее достаю. Еще немножко вытянем. Таким. Можно ничего сказать. Я бы хотел это вам оставить, ребят, чтобы вы потренировались. Не все же мне тут вытыкаться. То есть, перебирая костями, включая букву R, мы можем подвести сюда так вот постепенно, полегоньку. Ну, вот так. Примерно. Сделали. Видно, что накосячили. Не страшно. Поворачиваем.
Вот это R. Так вот, подогнули немного и да я стоит схватиться неправильно, и все, и понеслось. Ставим, да и все. Кстати, если рука у вас порушена, я вам сейчас покажу сразу же. Здесь залом какой-то, здесь какой-то залом, то в принципе, если мы сейчас с вами пойдем скульптинг, вот взяли скульптинг, да? Сейчас пойдем здесь вот и скульптинг. И здесь мы можем взять вот это смус. Сейчас отключим вот этот. И вот тут можем этим смузом поработать. Видите? И все. И выправить какие-то там косячки. Если мы видим, что вот тут у нас косяк образовался небольшой, с помощью граба, низ его. Наоборот, сюда. И таким образом у нас рука получается нормальная. И потом возвращаемся в объект мод, берем нашу туту и еще раз можем что-нибудь здесь поправить. Допустим, в позу пойти и G, вернее R. Так, одну руку поставили. Ну, остальное, ребят, сами. Я сейчас сделал одну ручку. Показал, как править, если что. И теперь вы потренируйтесь, а я возьму сейчас эту руку. Поправлю. Надо поставить ее на колесо, иначе потом будут трудности. Так.
Устанавливаем. Итак, мы его поставили. И под него будем строить автомобиль. Может быть, его надо немножечко того. О, нет. Теперь уже поздно. Только голову уже крутить. Так, и здесь то же самое подействует. Ну, конечно. Ладно, пусть он уедет так это, расслабленно откинувшись. А нам надо сделать теперь спицы и дальше продолжить, чтобы сдать, где панель будет. Здесь явно, что здесь уже видно будут сделаны педали. Хотя их никто видеть не будет, но это все равно. Для энергономики, скажем так. Окей. Так, как мы это сделаем? Мы с вами сделаем это так. Уйди, собака. Мы возьмем сейчас Shift D. Из позы перейдем в объект мод. Так. И давайте мы сделаем следующее S. Возьмем мышь, возьмем и отдельный объект, вот он. Так, его сразу же проскинем. Скин. Отлично. А, скажем, E. Нет. Нам нужно Edit Mode. Edit Mode, так. 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 А далее Е сюда. Сюда. Смотрим сбоку. Вот такую штуку сейчас возьмем. Как объект мод потащим G. Сюда. И здесь установим. Пока что мы медведя включим. Я все медведя называю. Так, теперь смотрим. Берем G. Сюда. И по этому профилю тоже R. Сразу же скажем. Геометрия R. Так сделаем и G. Сюда. И еще маленько. Отлично. Так. Ну а далее перейдем сюда. Edit Mode. Возьмем это. Тянем вниз. Сюда дотянули. Сюда подтянули.
И сюда подтянули. Так. Смотрим. Кстати. Можем сразу же потянуть сбоку, если смотреть. И то можем сюда потянуть, где она должна быть, рулевая колонка. Вот так. Засеки на этой штуке. Все хорошо. А далее. Далее мы можем поступить следующим образом. Сказать subdivision сначала. Так, вполне устроит меня subdivision, да? Так, и здесь тогда выделим его. Скажем так. Вот. Skin, скажем, play. Дальше edit вот здесь. Здесь все тут ребра выберем, вот это ребра, Ctrl R. Сюда двигаем. Здесь Ctrl-R. Сюда. Немножко косовато получилось. Ладно, будем править. Здесь тут прямо. Сверху смотрим. Да, тут прямо. Значит, здесь возьмем вот эту штуку. Иду поболее. Сюда я. Да и все. Готово. Вот такой у нас рулек получился, громулек. Это мы тоже скажем. Сенс. У нас такая машина будет круглая, надувная вся. Посему не удивляемся. Нет, так оставим. Все. Ну, разве что здесь можем блямбочку сделать. Тоже отдельно. Мыш. Циркля.
Зачем мне циркуль? Мне нужен цилиндр. Вот он. Мы его увеличим. Что он тут увеличивает? Зачем нам это увеличивать? Нам, скажем так, 24 вполне хватит, или 20. Неважно, радиус. Вот такую прибавку сделаем. Чуть меньше. Так, хорошо. Ну и все. Берем эту бибикалку. Уже. Сначала же вот так вот поставим ее сюда. Потом R по X. Начнем выдвигать вот так. Так, смотрим спереди. Прибавляем сюда, видим, что не подходит, R по X, так нормально, нормально, но не нормально, G. Нужно даже больше. Отлично. Далее позанимаемся маленечко. Ctrl-B. Так. И еще раз. И не путай. И вот так, штукенция будет с неплохая, которую можно опять же еще немножечко подербанить в том плане, что увеличить и поднять ее. Руль готов, сажаем кота. Сидит разыгрывай. Все. Ну. Видимо, тут складка образовалась, да? Ну, что-то видите, когда. На матовый почти не видно, только на блестящий. Так как он у нас матовый, то и наплевать. Хорошо. Дальше нам надо найти вместо этого кота какой-нибудь такой симпатичный, необычный транспортное средство. Такое прикольное какое-нибудь. Сейчас найду поищу, а на этом пока видео закончим.